иногда. Мы дождались хедлайнера сегодняшней вечеринки, Леонида Руденко. Залог хорошей композиции – это правда хороший вокал или какая-то фишка? Я думаю, что залог любой удачной песни, вне зависимости от того, танцевальная она или нет, это то, что она должна быть сделана от души. Если она сделана так, то люди обязательно это чувствуют. А какого-то секрета, рецепта, как сделать хит, к величайшему сожалению, лично конкретно моему, не существует. По сегодняшней вечеринке, по атмосфере, что ты можешь сказать? Понравилось тебе? Ты же не первый раз в Твери, если я не ошибаюсь. Я второй раз в Твери, и мне кажется, с каждым разом лучше и лучше, так что, наверное, третий, юбилейный, когда я приеду, будет вообще все еще лучше, чем сегодня, хотя практически куда уж лучше. Видите, я отдал все свои соки, и просто вам, наверное, не видно через линзу, но я стою абсолютно мокрый и изнеможденный. Мне очень понравилось. Спасибо тебе огромное. Мы тебя дождались. И вам тоже большое спасибо. Все, убегаем. Леонид, ну вот мне дедик же все вот растерялся и забыл. Ну как же вам тверские девушки? Вы тверчанка? Да. Я не про себя. Очень красивые. Самые лучшие девушки, что я видел в Твери. Мы всегда вот напрашиваемся на этот вопрос, понимаете? Дожидаемся вот этого ответа. И уходим. Самые красивые девушки в Твери. Специально для Geometry TV.